Возросло число жертв лесного пожара на Гавайях. Сейчас это больше 50 погибших. Ранее сообщалось о 36. Опустошена большая часть курортного города Лахайна. Огнем уничтожено почти 2000 домов. Свыше 11 тысяч человек остались без электричества. Тысячи людей эвакуированы. Для того, чтобы оттуда улетели туристы, организованы дополнительные рейсы. Власти назвали масштабы возгорания беспрецедентными. Администрация президента Байдена объявила Гавайи зоной крупной катастрофы, что позволит привлечь федеральные ресурсы для борьбы с пожарами и оказания помощи пострадавшим. Остров Мауи переживал сильную засуху весь сезон. Риск большого пожара был там выше, чем он был в Калифорнии в этом месяце и в прошлом. Были идеальные условия для погоды, которая может спровоцировать лесные пожары. Так случилось, что дул сильный ветер, и это позволило огню распространиться быстрее.